Вопрос какая, насколько страшна эта оппозиция, понимаете? Одно дело, я предлагаю, допустим, выхожу за то, чтобы кирпичному заводу дали, так сказать, послабление от налогов, чтобы он спокойно мог торговать там с Белоруссией. Знаете, вот, а я могу выступать за это, чтобы сняли с него какие-то там санкции, чтобы дали свободу нашим этим, как так сказать, там, господи, меценатам. У меня что-то на старинку потянуло, короче. Производственники, кто у нас? Ну вот эти вот. Производителям, да. Да. То есть снять ярмо, вот это бремя этих налогов с наших производителей, дать им свободу рынка, опять же. Я против того, чтобы закрывались рынки, я бы пошла за это, да. Но есть генеральная линия фашизм, допустим, да, и кто мы во время Великой Отечественной победители или захватчики, или мы освободители или захватчики, это принципиальный вопрос, это вопрос очень важный. Это то же самое, как вот, ну, это самый первый вопрос, на который должен отвечать гражданин. Поэтому это разные вещи просто. Есть разная степень, как говорится, ответственности.